Всем привет! Сегодня мы хотели рассказать вам классический рецепт крабового салата. Для этого нам потребуется 1,5 упаковочки крабовых палочек. Мы сразу предварительно их нарезали. Так, следующий компонент – это у нас отварной рис. Рис варите, чтобы он был рассыпчатый. Вот, здесь примерно 100 грамм. Вот. Добавляем рис. Мы делаем именно классический рецепт. Следующий компонент, который у нас будет, это отварные яйца. Мы взяли 4 штуки, 4 отварных, тоже предварительно порезали. Режем примерно кубиками одним размером. Так, следующий и последний компонент в этом салате. Берете кукурузу. Кукуруза такая сладкая. Можете глобус, можете бондюэль, как хотите, какая вам больше нравится. Жидкость всю предварительно слили. Добавляем к салату. В этот салат идет, как правило, майонез. И идет, как правило, сметана. Сметана не идет, майонез идет. Но так как нам нужна жирность поменьше, мы возьмем половину ложки, почти целую майонеза. И побольше возьмем ложку сметаны. Дальше, так как у нас майонез немножко соленый, соли, мы добавляем немножечко граммульку и добавляем перец. У нас он красный, можете черный и красный добавить. Добавляем немножко красного перца. И немножко у нас есть вот такой черный, обычный молотый. Добавляете сюда же. Так, все, мы все добавили. Теперь наш салатик практически готов. Мы его тщательно перемешиваем. Теперь смотрите. Многие, сколько я читала рецепты, в этот салат добавляют огурчик, чтобы придать именно легкости и свежести. Поэтому мы с вами тоже... Вот это классический рецепт. Поэтому, чтобы добавить именно легкости, мы добавляем... Мы просто любим больше с огурчиком. Добавляем огурец свежий, один среднего размера. Все, сюда добавляем тарелочку и перемешиваем. Салатику даем настояться примерно 10-15 минут. В случае необходимости потом можете его заново подсолить, поперчить и добавить специи. В принципе, все, салат готов. Будьте здоровы, приятного аппетита, удачи. Пока-пока. Салат у нас постоял немножко, мы еще немножко подсолили. Он просто безумно вкусный и легкий. За место огурца свежего вы также можете использовать. Некоторые добавляют либо пекинскую капусту, нарезая ее квадратиками, либо, соответственно, обычную капусту. Но лучше всего пекинскую. И получится вообще обалденно вкусный салатик. Пробуйте. Вкуснотища!